Привет, вы на канале Лошадиный Край, и сегодня я буду раскрашивать вот эту картинку, Star Stable. Я ее буду обводить, раскрашивать, как она сама выглядит. И я это все буду делать гуашем, то есть каким гуашем, акварелью. Потому что гуашь меня уже замучил. Я хочу пробовать нарисовать акварелью. Вчера я рисовала, у меня получилось вот так. Это три физы стоят с уздечками. Один с таким-то, один так, один сяк. И сегодня мы с вами сделаем вот эту картиночку. И даже, может, другую. Сейчас посмотрим. Может, такую. Это как-то сложновато. Может, такую. Это тоже сложно. Вот такая вот. Нормально. У меня еще есть вот такие драконы, но это тоже очень сложно. И еще есть вот такой. Давайте сегодня сделаем вот такую лошадку. Нам понадобится сам рисунок, кисточки любые, лучше, чтобы была большая, и туника. Чтобы сделать глазки и тут гривку. Фон мы не будем делать, ну, только не поможет. Акварель любых цветов, ой, то есть любого размера. Лучше вот, такая, вот такую большую завести себе, потому что почти все цвета, и они мне нравятся, потому что тут есть все цвета. И не надо ничего менять. И еще водичка в баночке. Начнем. Начнем мы с вами с самой вот этого самого тела. И мы будем рисовать с телом вот такой вот кисточкой. Окунаем чуть-чуть кончиком воду, и нам нужен цвет вот такой вот. Намазываем на кисточку нашу, и не желтый, а именно вот такой вот, как бы, золотой. Будем его называть цвет золота. И начинаем закрашивать наш фон. То есть не фон, а саму масть лошадки. Я иногда буду убивать руку, потому что не надо будет брать краску опять. И когда у вас краска будет заканчиваться на кисточке, вы возьмите краску. Если краска не берется и она уже сухая, то просто окуните кисть в водичку. Вот тут еще такая черненькая полосочка маленькая. Это мы будем делать уже в конце, ее закрашивать. Сейчас мы рисуем масть. Ну, конечно, не такая желтая масть, то у меня нет другого цвета. А желтой масти у нее не бывает. Так что мы делаем ее вот такого. Золотым цветом. Кстати. Ребят, а почему-то мы не можем мне добить 50 подписчиков? У вас все 49 и 49. А я уже 50 хочу. Ладно, мало что я хочу. Просто почему 49? Это просто какое-то нечетное число. 49. Надо, чтобы было 50. Тогда я успокоюсь уже. Вот так у меня получилось пока что. Давайте я уберу приближение и буду дальше делать. Ушки делаю вот тут аккуратненько. Если у вас нет вот такой же кисточки, то есть. Тонкое, то сделайте тонкие ушки, потому что они такие маленькие. А грива это самое сложное. Так что не перематывайте это видео и смотрите его до конца. Потому что тут есть такие сложные моментики, которых надо нам остерегаться. И чтобы не натяпать всякого другого. Что ж мы натяпать-то можем? Ну, не знаю, там что-нибудь натяпаем еще. Так, вот я почти сделала масть уже. Вот такая масть. Дальше мы приступим с вами к носику. Он у нашей лошадки черненький, так что берем черный цвет. У меня он вот тут вот. Я вчера еще когда рисовала, я вам показывала картинку в начале видео вот этих вот лошадок, то я чуть-чуть израсходовала черненький, и поэтому он у меня такой вот, как бы сказать, в общем, не полный, чуть-чуть такой потрёпанный. И
сейчас после носика с вами будем делать глазки. Это самое сложное. Вот такой носик. Только можно чуть-чуть добавить. Вот, короче, носик. Теперь мы берем с вами самую тонкую кисть, которая у вас есть. Сейчас покажу, какая нужна. Если, например, у вас есть вот такая кисть, вот таких размеров, то она не подойдет, потому что тут есть маленькие детали на глазу. Поэтому такая кисть не подойдет, а подойдет вот такой толщины. Сейчас я даже включу вспышку. Вот такая толщина подойдет. Давайте я даже вам приближу, чтобы вам было видно, где я что закрашиваю, и ставлю вспышку. Мы с вами сначала берем беленький цвет. Прямо на кончик мы воду наносим. Белый у меня тоже чуть-чуть потрепанный. И начинаем с самое опасное. Я пока помолчу. Просто кончиком рисуем, самым маленьким кончиком все. Нарисовали. Теперь мы берем у нее зелененькие глазки. Берем зеленый цвет. И нам зеленый цвет пойдет вот такой вот. Да, у нее же такие глазки. Можно вот такой, да. Давайте, ребята, вот такой возьмем. Все, взяли этот цвет. И тоже начинаем маленькими восочками, маленьким самым кончиком рисовать. Также можно окунуть чуть-чуть водичку и начать, чтобы как бы кончик появился. И чуть-чуть в глазку можно воду налить. Ничего страшного, если она у вас как бы так красочка возьмет. Это ничего страшного. И начинаем рисовать. Угу, так все идет нормально. Все, нарисовали. Теперь берем черный цвет, опять же. Берем черный цвет и начинаем рисовать вот тут как бы такую черненькую штучку. Так, все, нарисовали. Тут можно еще носик чуть-чуть подправить. И тут еще, видите, такая вот как бы черненькая штучка. Глаз обводит черненькая штучка такая вот. Вот так вот. И теперь самое сложное. Это зрачок. Беленький он у нас. И никакой не любой. Ни серый, ни оранжевый, ни фиолетовый. А именно белый. Он самый сложный. Ну, я справилась. Вот такой у нас получился глазик. Теперь делаем с вами гривку. Грива, как вы видели, у нас на картинке беленькая. Мы берем с вами вот такую вот нашу кисть. Такую, вот такую толщину. И начинаем зарисовывать нашу гривку беленьким. Потом мы с вами там все подправим. Там вот эти такие черненькие маленькие штучки, и мы их тоже сделаем. Но сначала мы рисуем гривку. Ну, конечно, не мега белый, но такой сойдет, я думаю. И вот тут тоже сложненько. Тут надо прям беленький-беленький делать. Беленький. Чутельку. Вот, готово. Так, теперь берем с вами тонкую кисть. И серенький цвет. Серый цвет у меня вот тут находится. Берем серый цвет. И начинаем рисовать тоже. Тоже вот такие прожилочки. Так, что-то как-то подходит. Но если у вас не видно, то вы возьмите такой черненький, с черным смешайте с белым. У вас получится такой цвет для вот этих прожилочков самих. И чуть-чуть добавьте водички в вашу перемешивалку. Я цвета перемешиваю. Не могу вам показать. Так, продолжаем. Рисуем с вами прожилочки. Вот, видно. Угу. И вот так вот у нас получается. Теперь берем
коричневую штучку. Коричневый цвет. Вот он у нас такой вот коричневый. Ничего, если у вас остался белый цвет, ничего страшного. Можете потом помыть глазку саму. Если вы не сможете помыть глазку и не знаете как-то, то просто помыть кисточку и возьмите коричневый цвет. А зачем нам коричневый цвет? А чтобы нам сделать полосочки. Полосочки. Да, полосочки. Начинаем рисовать полосочку. Летит. Угу, все нормально. Кунаем капельку водичку и продолжаем рисовать. И вот тут еще, помните, я вам в начале видео говорила, что тут у нас есть такая вот полосочка, опасное место. Ага, все нормально, едем. Лучше рисовать с кончиком. Фу. Дальше продолжаем с вами рисовать вот тут. Вот ноготки такие есть. Штучки. Как бы черненькая, такая вот черненькая гривка. Угу. Вот тут и вот тут. Готово. Теперь с вами сколько видео? 11 минут. Нифига себе. Так, давайте теперь мы на этом закончим наше видео. Кстати, можно еще тонкие штучки вот тут порисовать. Здесь сделаем. Мы не заканчиваем видео. Все, вот теперь заканчиваем. Я заканчиваю наше видео. Не забудьте, что я мечтаю себе цель в этом году 100 подписчиков. Ну, если не добьете, то хотя бы 70 подписчиков в этом году. А так у меня на эту неделю планы 50 подписчиков. Так что давайте, порадуйте меня, поднажмите. Кстати, красивенько получилось.